Пороги получил. Распаковываю пороги эти. Вот только оцинкованные они или нет, вот это вот неизвестно. Так, вот в этом месте, в передней части, под передней дверью, да, здесь состояние нормальное. Нет жучков у порога там, где я его красил. Вот в этом месте я все красил. Тоже состояние, в принципе, норм. Но, что я сейчас заметил? То, что снизу порога появились жучки. Вот этому я сейчас удивился. И это уже на новом пороге. Я его грунтовал и красил. С правой стороны тут состояние даже еще хуже. Вот они, жуки. С боковой стороны он как будто бы начинает покрываться ржавчиной. Порог. Краска, в принципе, еще держится и отваливаться не собирается на переднем левом крыле, в том месте, где я не смог заполировать. Вот он, порог с левой стороны машины, тоже начинает ржаветь, хотя я его и обрабатывал с баллона грунтовкой. Серая грунтовка была, по-моему, она называлась эпоксидная. С правой стороны машины тоже вот видна ржавчина. Я просто охерел. Ничего себе.